В этом году в регионе будет поддержано более 3000 проектов в сфере предпринимательства. Это лучший показатель по стране. Таковы результаты совместной работы местных исполнительных органов и финансовых организаций. В целом, для развития малого и среднего бизнеса выделено около 12 миллиардов тенге. Поддержка ведется по нескольким направлениям. Субсидирование процентной ставки. Если предприниматель обращается в банк второго уровня за кредитом, банк выдает его по рыночной ставке, да, порядка 20-21%. А государство через фонд ДОМУ субсидирует, когда предприниматель обращается до 6% для городских предпринимателей, до 5% для сельских предпринимателей. Кроме того, это есть второй инструмент, это гарантирование. Если предпринимателю не хватает залогового обеспечения, также через фонд ДОМУ он может обратиться и получить гарантию. Данные инструменты, допустим, по субсидированию 1647 проектов получили поддержку, по гарантированию 1458.